Белорусы смогут дополнительно накапливать пенсию. С 1 октября 2022 появится новый механизм для добровольного страхования. Взнос до 10% заработка. Одновременно наниматель станет делать соразмерные доплаты, но не более чем 3%. Накопления они будут получать ежемесячно на протяжении 5 или 10 лет. В Беларуси с этого дня повысилась стоимость автомобильного топлива. Она выросла на 1 копейку. Так, цена 92-го бензина – 1,99 рубль, 95-го и дизельного – 2,09 рубля, 98-го – 2,31. Минздрав утвердил порядок вакцинации против COVID-19 женщин во время беременности и в период грудного вскармливания. Она будет проводиться в соответствии с инструкцией по медицинскому применению препарата. Обязательное условие – отсутствие противопоказаний. В Могилевской области БРСМ окажет адресную поддержку пенсионерам и ветеранам в рамках Дня пожилого человека. В Бобруйске помогут одиноко проживающим отсортировать дрова, скопать огород и сделать уборку. Заявку можно оставить по номерам телефонов. Акция «Чистый лес» пройдет в Беларуси 9 октября. Она приурочена Году народного единства и по традиции охватит все регионы страны. Волонтеры помогут в ликвидации несанкционированных свалок, а также благоустройстве придорожных полос и массивов вблизи населенных пунктов. Принять участие может любой желающий. Для этого нужно обратиться в ближайший лесхоз.